Обоняние белого медведя настолько сильное, что он может учуять запах тюленя за несколько десятков километров. У белых медведей нет естественных врагов. Сильные, свирепые, умные и терпеливые охотники, они возглавляют пищевую цепь в Арктике. Также полярные медведи – великолепные пловцы. Официально зарегистрированный рекорд – 687 километров по воде, преодоленных белой медведицей без остановки на отдых. Обычно белые медведи плавают со скоростью до 10 км в час и способны проплыть до 100 км без отдыха в поисках пищи, а нырнув, могут пробыть под водой более 2 минут.